За жизнь фигуриста молится вся Россия. Еще в январе он в тяжелом состоянии попал в реанимации, где его сразу же подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. По данным СМИ, состояние фигуриста только ухудшалось, а развившийся сепсис якобы привел к ампутации конечностей. Стоит отметить, что родственники не комментируют болезнь спортсмена, а последние новости поклонники получают от журналистов. И на прошлой неделе они принесли плохие вести. Писали, что он перенес 2 инсульта и был введен в медикаментозный сон. Однако в истории с болезнью звезды фигурного катания наметился просвет, ведь на днях поступили добрые вести. Если верить источникам, близким к ситуации, у Романа Костомарова сейчас происходит главное событие в борьбе за жизнь. Врачи начали процесс вывода его из комы. Для олимпийского чемпиона наступает момент истины. После того, как он полностью проснется, медики смогут оценить его состояние. К слову, процесс просыпания может занять от 2 дней до недели. В то же время вышел на связь близкий друг фигуриста, Максим Ставиский, который убежден, что сейчас он переживает, пожалуй, самый важный бой в своей жизни и как никогда нуждается в поддержке. Многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным.